салом, балет и в центре куражи. Собрала получу передачку. Бумагу положила туалетную, хоть и спрашивала. Он говорит, не надо, у меня еще два рулона ему клала, когда он поехал в больницу-то. Ну, на всякий случай. Лишним не будет. Вот. Трусарди запасные, труселя там, хоть и взято у него с собой 4 штуки, но все равно и там, ну, может быть, он пока операцию-то не делает, сейчас-то простировать ведь не будет на костылях, так. Вот. Взяла тут парочку ему. Там надо забрать, стирку будет. Вот. Фрукты, бананчики, мандаринчики, сыр, шоколадка, вафли, колбаска. Ну, вчера все показывала. Здесь чай, конфетки, здесь помидорчики, огурчик. Тут 3 яйца положено, чтобы не раскололись баночку. Вот, и здесь блинчики завернула. Это тут мои препараты от Прюя, от эрозии. Полотенышко завернула, чтобы, ну, не совсем, чтобы холодные были. Конечно, теплые не сохранятся, горячие, это уж как бы с пылу-то с жару, но все равно хоть не холодные. Все-таки пойду сейчас по улице. Вот, сейчас сложу все. Пакетик, ключик и поеду к Палычу. Вышла. Морозненько сегодня, вроде бы солнышко светит. Вечерок опять такой прохладный. Так-то тает все на солнце-то. Пошла. Тоже получила передачку внизу, разговаривала с ним. Говорю, до этого еще с соседкой, которая тоже делала операцию, ну, давненько. Говорит, меня сразу перевели на реабилитацию. В семерку, говорит, салон был. Вот я говорю, ты узнай, как у тебя и что, потому что, прости, говорю, у доктора-то. Ну вот Николай сказал, что на реабилитацию сразу, какой Николай, ну вот больной тоже вместе с ним лежит, кто-то прооперирован, тоже колено. Я говорю, что Николай, ты спроси, Николая может одно, у тебя другое. Вот, ладно, ребята, пройду, машина гудит, ничего, наверное, не слышно, мусорка убирают. Короче, повторюсь, не слышно, наверное, там ни хрена. Говорю, у Николая, может, одно, у тебя другое. Ты спроси у доктора-то. Переведут тебя, не переведут на реабилитацию, потому что Татьяна, ну, тоже вот сразу переводили. Она 3 недели там лежала в семерке, говорит, понравилось. Потом лежала еще. Тут же в Семашко есть больница. Обкомовская, ранешняя. Вот. И тут тоже есть реабилитация таких после операции больных. Вот. Вот он, может, в пятницу меня переведут, а может, в понедельник. Я говорю, да ты спроси, поинтересуйся, говорю, толком-то. А то вот я сейчас тебе передачку, говорю, притащу сегодня, да, завтра тебя, может, переведут, и ты с этой сумкой потащишься, с костылями. За раз ведь все не съест. Ай, тоже какой так. Может, так, не может, да. Ну вот, поехала. Ничего дождаться не могла. Думала, может, позвонит. А у них разработка, да, гимнастика, да, обход. Ну, он обычно так звонит, это после 11. Ну, время сейчас около 11. Поехала я. Как-то клюшку бы надо мне забрать там у него. Я тебе в окошко выкину, я говорю, ага, чтобы она на запчасти разлетелась, да, со второго этажа. Что я ловить буду, а там крыша такая еще стоит, такой, ну, какой-то какая-то пристройка. Я говорю, ага, упадет на крышу. Кто поползет? Я говорю, что дурака-то валять, которая вот носит-то. Ой, бляха. Опять вот слезаю, как этот. Которая передачки-то забирает там. Попросить, чтобы принесла. Так надо, что в палате он был. А то уйдет на какие-нибудь эти процедуры, увезут ли, уйдет ли. Забрать, а то костыли, да клюшка, да куда? Домой увезу. Опять сегодня мне тут пишут комментарий. Разорили опять меня. А так, да, похер мне, конечно, веники. Ну вот, пишет опять тут. До этого он мне как-то в январе писал. Он ли, она ли. Название не поймешь теперь. 3 буквы, бля, напишут.
Иухэ. Не разбирайся, он ли он, Оли. Тарас писал, что название канала не соответствует. Если так называется канал, надо об этом и рассказывать. Вот тебя не спросила я. Сейчас опять пишет сегодня. Что вот вы рассказываете такое? Надо. Это для близких только. Людей, для родственников. О, WhatsApp. WhatsApp только надо это писать. А не на всеобщее обозрение. Вот забыла тебя спросить, да? Поинтересоваться. Ты, может, мне будешь писать сценарий? Договоримся, может, сценарий мне. Напиши, какой автобус. Пятерка мне не нужен. Мне нужен 42-й. Вот. Может, сценарий, говорю, будешь мне писать? Алло, гараж, слышишь меня? А я буду по твоему сценарию выпускать ролики. Тебя тут делать нечего. Три буквы выучили за всю свою жизнь. Вот пишут тут, иди, кто тебя звал на мой канал? Я в бан его закину. Идите мимо, проходите или дошуруйте лесом. Что надо-то? Отстой! Полный отстой. Ё, кто тебя звал сюда смотреть? Иди нахер, где не отстой, смотри там. Какого хера вы сюда ползете? Так кто вас звал-то сюда? Для чего вот это вы? Да для того, чтобы ты смотрел и спрашивал. Вот для того и делаю. Для таких, как ты. Вот. Вот я так. Пофиг мне, я люблю ведь попадаться. Люблю попадаться. Грешина, ребята. Так что вот такие делишки. Девчонки и мальчишки. Жду автобус. Сегодня у комментатора, вот у этого, будет удар. Про трусы сегодня снимаю, трусы показываю. Про кофточку не понравилось, что показываю кофточку. Сегодня про трусы будешь смотреть. Будет точно инфаркт миокарда. Вот такой рубец будет. Че у ней был-то, врачи сказали хоть? Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Вскрытие показала. Все, отнесла получу. Иду теперь с клюкой. Забрала у него клюшку. Иду с клюшкой под мышкой. Прикинуться сейчас в автобусе с клюшечкой. Уступите бабушке место. Детка с клюшкой, бабка с прялкой, как про глиняного парня сказка-то, который съел всех. Пришла, на справочном выложила. Спрашиваю у девушек, я говорю, ну там женщины сидят на справочном. Я говорю, девочки, как часто эти передачки на сейчас насобираем? Ну, Павлович так и говорил, говорит, насобирают и на тележке потом развозят. Я говорю, а как бы мне вот клюшку он там мне приготовил, чтобы мне не ждать? Я одна, никого нету, одна моя передачка. На травме, я говорю, да. И пошла такая, молодцы, девчонки, спасибо большое. Отнесла ему пакет. И мне принесла клюшку, да, пастирушку принесла в пакетике. Ну, вот Павловичу говорю, тут позвонила ему, такой смешной, с Гайдара вышла, говорю, ты мне все приготовь. Я, говорю, вышла на Гайдара, пока вот я, говорю, иду, ты мне приготовь. Так ладно, ладно, давай, не будем разговаривать, то ведь не надо, если до тумбочки дойти, когда я до тумбочки пока дойду. Я говорю, так я еще на Гайдара на остановке стою, мне еще идти минут пять до тебя. Говорю, что ты, не дойдешь за пять минут до тумбочки, что ли? Чудо тоже. Ну ладно, забрала клюшку, хоть она ему не отсвечивает. На костылях. Куда он с плюшкой-то? Говорю, ой, что-то звонит, звонит. Звонит мне. Ну что, принесли клюшку-то? Я говорю, принесли, скачу уже на ней. Домой. Поскочу на коне на твоем. Вот. Ну ладно, все хорошо. Я говорю, ну хорошо, да хорошо. Обхода еще не было, правда. Я приехала, звоню, говорю, ты что не звонишь-то? Ну, обычно он в 12 часу звонит уже мне. Только гимнастика у нас закончилась. Я говорю, ну ладно, спортсмены, давай тренируйтесь. Спортсмены. Сейчас попробовала, снесу эту клюшку, тогда под мышкой я ее несу. Думаю, дай-ка попробую пройтись. Как они ходят с этими палками, думаю, с этими клюшками. А в землю такая. Как неудобно. Ужас, вообще для чего она нужна-то? В руках мешает. Палочка с ней не расстается ведь. Только что не спит с этой клюшкой со своей. С другой клюшкой спит. Ха-ха. Думаю, вообще ужас какой-то. Для чего? Никакой опоры на нее нет. Никакой помощи от нее нет. Прошлась такая. С клюшечкой иду.
старушечка. Вообще не понимаю, мне так она прямо в тягость мешает мне она. Вот я не помню, тоже с кем-то разговаривала, нужно было тоже с клюшкой ходить. Я говорю, так стесняюсь ходить с клюшкой. Я так вот нисколько не стесняюсь. Я вот иду, ее несу, и вот так вот и шурую сейчас вот с ней. Дыдын, дыдын, где не видно. Дыдын, дыдын, вообще ужас какой-то. Тоже надо учиться ходить, как палочка на костылях, так у меня с клюшкой нет, не надо мне с клюшкой ходить. Не хочу. Ой, кошмар. Да и только. У нас мама тоже на коляске была, на инвалидной. Сидела несколько лет. Тоже стеснялась. Я говорю, пойдем мы тебя приедем, вывезем. Ну, папке одному не выволочь было, там деревянный дом не было, никаких этих. Ну, чтобы спустить коляску-то. Нет. Я не пойду так на улицу, она и не бывала сколько лет. Я не пойду, я стесняюсь. Что стесняться? Я не понимаю. Ты ни у кого не украла, никого не убила. Не с голым попом идешь. Не знаю. Странные люди. Или я, может, странная? Никого не боюсь. Ничего не стесняюсь. Про трусы рассказываю. Не нравится подписчикам моим. Вот. Да. Вот я уже и дома практически, палка мне это надоела. Сейчас приду, закину ее куда-нибудь, тащу вот ее, как она мне надоела. Все, пришла домой, зашла масло, еще растительного купила, магнит. То у меня сегодня блины-то пекла. Там осталось, конечно, но думаю, зайду. Пофиг мне, что я с клюшкой пришла в магнит, да и все, я не понимаю. Ой, ты господи. Ладно, все уже почти что припорола. Дин-дин-дин. Ой, ребятушки, я же совсем забыла, у меня есть семга. Я же хотела палочку, несколько блиночков завернуть, семушкой сделать. И забыла, представляете, зажала, зажилила. Сейчас сама попью с блиночком. Блин, семушка, сейчас чаечек с бергамотиком заварю, с лимончиком. И семушка, блинчик сладенький бы, чаечек-то хотелось бы, блин. Нельзя с сахаром, у меня сегодня большой сахар, 8,6 что ли я намерила. Офигенный, тоже не поймешь, что ему надо. То 6 встану, то сегодня вот 8,6. Так бы со сладким чайком бы сейчас. Снятина. Пошла пить чай, ребятушки. И блинов-то бы мне нельзя, не только сахару. Я составила себе 4 блиночка. Отведу душу. Открывай диспетчер. В небо коридор. Стартанет прямой наводкой тук Архангел огородком через турбулентовый простор.